Вот Кобза, я рассказывал, так играет примерно со священником. Но там вообще чудо. Это, ну, в тюрьме я научился. Не то, что театр, но я представляю многих знаменитостей. Чуть-чуть расстроено, но то не страшно. Гимн Украины. А у нас в молдавском в церквях поет, как песня миссионера называется. Последний это еврейская музыка, которая почти во всех народах мира. Мы просто не знаем, что это еврейская музыка, но она лежит и в основе христианского пения. Вся еврейская музыка, а это в частности, потому что представляет суть Израиля.